Здравствуйте, и это Иннокентий, и его летсплей по игре, которая уже давно стала всемирно известной, и это игра Plants vs. Zombies. Игра вышла сравнительно уже давно, и, признаюсь честно, в нее я уже играл, но играл я давно, так что ничего практически я не помню, и будем проходить мы ее заново. Тем более, что от того, что я проходил эту игру, смысл ее не меняется. Теперь мы создадим нового пользователя. Пусть будет Иннокентий. Окей. И начинаем приключение. Вылезает зомбятская рука, которая не предвещает ничего хорошего. PopCap Games представляет Plants vs. Zombies. Вот такая игра будет, когда мы пройдем уже достаточно. Сначала будет немного полегче. Вот наш дом. Вот наша лужайка. И справа на нас будут идти зомбари. Мы можем сажать растения. Точнее, это как раз и есть главная задача этой игры. Собираем солнце, чтобы пополнить запас. И при помощи этого можно сажать растения, которые требуют определенное количество этих солнц. И потом наслаждаемся, как наши, в данном случае, горохострелы валят зомбарей. Пока тут нет ничего хардкорного. Но вскоре появится последняя волна. И давай. Вот мы заработали награду за этот уровень. И это новые семена. Теперь мы сможем выращивать подсолнухи, которые дают нам солнце. Их сажать очень хорошо, да и вообще нужно. Они окупаются достаточно быстро, возвращают эти солнца. Так что они очень помогают. Ждем, пока еще нам немного солнца на третий подсолнух. Засадим линию для эстетичности. И теперь уже, наверное, надо сажать горохострелы. Вот зомбик пошел. Вот солнце, солнце. Еще давайте. 50 солнц. Раз, два. Сюда. Шевелитесь, иначе я умру тут за вас. Я вам денег дам, давайте быстрее. Вот. Жадные подсолнухи. Наверное, все-таки успеем его завалить. Да-да. Нам тут еще достаточно проходить. Полуровня мы уже прошли. Так что уже более-менее немного поиграли. Так, теперь опять солнце. По старой схеме не туда посадил. Ладно. От этого общий смысл не меняется. Правда, так некрасиво, но... Надвигается огромная волна зомби. Красное знамя с мозгом. И прутся зомби.
сразу. Ну, ничего, все похоже, да, все. Вот у нас индикатор, который показывает, сколько мы прошли, какой нынче уровень у нас. Так, теперь мы подбираем новый бонус. И это новое растение. Это вишни. Вишни взрывают всех зомбарей на определенной площади. Ну, к сожалению, площадь не очень большая, но вообще-то достаточно, чтобы неплохо подвалить зомбарей. Но я думаю, вишни использовать будем только в том случае, если будет уже слишком много солнца и нечего будет сажать. Потому что на самом деле они не очень-то помогают, по крайней мере, мне. Я что-то не помню, чтобы они особо помогали. Поэтому пока воздержусь от их покупки. И попробую силами горохострелов задержать зомбиков. Так, вот у нас идет еще один смертник. Хотя лучше бы он не шел. И он бы жив был, и мне бы не пришлось мараться. Ну ладно. Раз такой настырный, пусть получает. Конечно, что мне в этой игре понравилось, так это практически все. И музыка здесь приятная, навевает приятной атмосферой, и стилистика неплохая. Графика для года своего выпуска тоже отменная. Ну, правда, эта игра не такая сложная, чтобы применить тут всякие графические финтифлюшки, но все равно они были применены, и по сравнению с другими играми этого жанра она выглядит довольно круто. Еще одна огромная волна зомби надвигается, которую мы, скорее всего, положим без особого труда. Но вот у нас появился уже новый зомби, зомби с дорожным конусом. Это как своеобразная броня. Вот она потихоньку ломается. И все. Спал этот конус и все. Так. Вот у нас появился орех. Орех, так. Орех типа защищает от зомбарей, но бывает съеден. И, ну, в общем, сейчас. О, поле у нас опять расширилось, и теперь мы уже по полной будем либо гонять зомбарей, либо наоборот получать от них. Надеюсь все-таки, что первый вариант верный. Потому что проигрывать я как-то не очень люблю. Да и я думаю, никто не любит. Поэтому нужно защищаться. Пока опять подсолнухи для восполнения солнца. А вот теперь не до подсолнухов. Бежит зомбик. Раз. А вот теперь подсолнух. Сейчас надо засадить ряд.
Грохострелов. Целью выживания. И вот надавали нам солнце. Вот еще один. Так, так. Ну. Вот еще солнце, 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 солнце. Так. Ждем опять. Ждать, к сожалению, достаточно приходится. Но все-таки. Так, так. Засадим второй ряд горохострелов. Чтобы вообще было не пройти. Так, вот сюда срочно нужен горохострел. Иначе, по-моему, не задержим один горохострел зомби с конусом. Ну. Ну спадай же ты. Ну давай. А, все. Зомби умер. И теперь нам нужно замочить еще и еще. И, кстати, не понадобился мне ни орех, ни вишня. Вишневая бомба. Стена орех. Если быть точным в понятиях, в названиях, которые тут нацарапаны. Так, так. Ну вот тут действительно уже большая волна зомби. Не такая, как будут в последующем, но уже достаточно большая. Но, к сожалению, они умерли. Конечно же, к их сожалению. Так, и мы получили, в общем, лопату. Лопата может выкапывать растение, чтобы посадить туда другое растение. Поздравляю, сосед. Мое имя Сумасшедший Дэйв. Но ты можешь называть меня просто Сумасшедший Дэйв. Остроумно. Послушай, я приготовил тебе подарок. Но... Сюрприз. Но сначала ты должен очистить свою лужайку. Выкопай нафиг эти растения. Давай, копай. Ну, вот таким образом мы, типа, выкапываем растения. А, ну теперь к сюрпризу, хорошо. И мы идем в боулинг. Бери эти стенные орехи. Почему я положил тебе в руку стенный орех? Потому что я сумасшедший. Ну и теперь выиграй. И сейчас такая достаточно мини-игра. Хотя это уровень, но потом это станет мини-игрой. То есть мы катим орехи под приятную музыку. Зомбарей. Кегли. Уничтожаем потихоньку. Так. Взрывной орех. Пока не используем. Достаточно веселая игрушка. С приятной музычкой. Так, вот главное, чтобы он... Да, да. Во. Вот так хорошо, когда он сразу нескольких. Раз, раз. Комбо. Комбо — это хорошо. Но вот теперь надо сюда куда-нибудь шахнуть.
неплохо, неплохо. И вон там идут в ряд зомбики, которых мы достаточно пока легко валим. Ну вот теперь, похоже, будет немного посложнее. Сразу валят много зомбей. Но при помощи взрыва орехов мы с ними быстро справились и получили мы картофельную мину. Мина, которая взрывается при контакте с зомби, но нужно время, чтобы подготовиться. Так. Далее ставим по общей схеме подсолнухи. Раз подсолнух. Так. Пока зомби еще не пришли, можно посажать подсолнухи. Ну, теперь будем уже потихоньку сажать горохострелы. Игра редкая, наскучивает, потому что появляются все-таки новые виды зомби, новые виды растений, да и к тому же... Так. Сейчас. Появляются новые виды зомби, новые виды растений. Ну, по крайней мере, она мне не наскучивала. Не знаю. Мне понравилось. Иначе бы я ее не проходил. Я человек достаточно избирательный в играх. И игры, которые мне не нравятся, вряд ли бы я стал проходить. Да и в общем-то, как, наверное, любой человек. Всегда можно выстроить новые комбинации, по-разному уничтожить тех же зомбей. Просто миллиарды сочетаний всех. Опа, ест. Съел одно растение. Ну, хоть вы узнали, как едят зомби растения. Ну вот, все происходит исключительно таким образом. Вот у нас бежит зомби, быстрый зомби. Ну, сейчас он будет дохлым. Вот не успел он. Не повезло ему. Зато нам повезло. Пока можно понаслаждаться убийством этих зомбей. Хотя вот этот гражданин заставляет меня задуматься над новой линией обороны. Так что нужно ее потихоньку устанавливать в меру наших возможностей, в меру добытых солнц. И теперь опять огромная волна зомби, которая не предвещает ничего хорошего. Но все-таки, наверное, мы их замочим. По три горохострела в линии, так что это достаточно мощно. И получили мы... Что мы получили? А, получили мы ледяной горохострел.
который стреляет замороженными горошинами, которые и повреждают зомби, и замедляют их. Это, конечно, хорошо, но 175 солнц, это, конечно, довольно богато. Ну что ж, я думаю, все-таки на этом надо закончить. И спасибо всем за просмотр. С вами был, как всегда, Иннокентий. До свидания.